Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Очень часто владельцы этого имени – целеустремленные реалисты, обладающие лидерскими качествами. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. «И» – значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.